Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале о флористике. С вами Елена Попова. А что сегодня у нас за тема? Тема необычная, с одной стороны, тема сочетания несочетаемого. Я вам хочу показать, как такой весенний цветочек, как тюльпан, может сейчас классно и выигрышно смотреться в букетах. Как сейчас, в предновогоднее время, его можно использовать. И использовать не просто в букете, а в букете с самой, что ни на есть, хвоей, да, с нобелисом, который сейчас уже на всех базах у нас, который мы закупаем для новогодних венков, для новогодних композиций, работаем с ним. Он производит невероятный просто аромат на весь дом, на всю мастерскую. И сейчас я хочу собрать с нобелисом и с тюльпанами небольшой букетик. А в дополнение к этому мне понадобится еще сосна, которая осталась с прошлых букетов, которые я собираю самостоятельно. И нашла еще веронику, которую также закупила. Такой бело-зеленый букет, довольно свежая гамма у меня сегодня будет. Поэтому давайте соберем букетик, упакуем его и посмотрим, что у нас получится с этим нестандартным набором цветов. Мы с вами взяли веточки нобелиса, я зачистила у них нижнюю часть от иголочек. Нобелис будет на своих стебельках стоять в воде, а у нас будут открытые стебли и такая довольно простая упаковка. Я предлагаю вам группировать материал, а именно группировать цветы, тюльпаны и веронику, группировать сосну, которой у нас не так уж и много. Когда мы группируем материал, то букеты становятся более гармоничными. Цветы сочетаются между собой, их хочется рассматривать. И такие группировочки мы с вами сейчас будем делать с тюльпанами и с Вероникой. Этот букетик еще можно назвать букет именно тюльпановый, или как нестандартно преподнести 9 тюльпанов, да, потому что основа все-таки у нас именно этот цветочек. А нобелис, вероника и сосна являются такими дополнительными элементами к этому букету. Конечно же, много материала про группировки я рассказываю на своих курсах, на курсе «Основы флористического мастерства», где мы работаем с живым цветком, а также с сезонными цветами, учимся собирать букеты, изучаем спиральную технику. А также на курсах по новогодней флористике мы в каждом уроке касаемся колористики, групп. И многие считают, что тематические курсы, такие как новогодние, лучшие вариант, чтобы начать попробовать себя во флористике, понять, откликается вам эта тема или нет, и уйти, так скажем, в творчество с головой, ну или сделать хотя бы первые шаги. Я уже сейчас завершаю букетик, да, он довольно простой, небольшой. Сейчас мы его перевяжем и сделаем небольшую упаковку. Мы с вами возьмем вот такую перфорированную бумагу. Мне иногда она очень нравится, когда все надоедает, надоедает крафт, корейская пленка. Я беру ее и люблю поработать с ней. Давайте возьмем только ее и посмотрим, что у нас получится. Эта бумага добавит легкости нашему букету и придаст такой необычный орнамент. Небольшие два кусочка у нас пойдут упаковки на дальнюю стенку. И один кусочек я подрезала поменьше на лицевую сторону. Здесь внизу мы подрежем, уберем лишнее, да, ножничками можно будет пройтись. А сейчас давайте перевяжем. Возьму для этого синюю такую брутальную ленту. Мне кажется, что она сюда хорошо подойдет и добавит цвета. Или можно взять белую под цвет тюльпанов.
Друзья, наш букетик готов. Совершенно простой букетик за 3 минутки, но такой эффектный. Что мы сделали? Сгруппировали материал. Прежде всего, это тюльпаны. Нестандартная, необычная, зимняя подача такого весеннего цветка. Вероника, которая добавила такого снежка в наш букет, в нашу композицию, с Нобелисом это все сочетается, поскольку белый цвет, да, добавил жизни, цвет упаковки привнес такую нотку мороза в этот букет, темная лента также подходит нам по цвету, и в целом букетик гармоничный, несмотря на то, что довольно простой. Больше идей вы найдете на моих курсах, которые я периодически анонсирую. Ссылочку на сайт оставлю ниже, записывайтесь, узнавайте что-то новое, практикуйтесь и становитесь профессионалами, а главное, любите свое дело и любите прежде всего цветы, они дарят невероятное вдохновение. Попробуйте и убедитесь в этом сами. С вами была Елена Попова, до встречи на нашем следующем уроке. Всем пока-пока!